благодарность за возможность благодаря музыке и ее удивительным свойствам прямо напрямую в сердце литься, познавать суть вот такого явления, как вдохновение. И вот это приложение «Аккомпанемент» такую возможность создает, ощущая душой и сердцем и умом, насколько это необыкновенно ценное состояние, драгоценное состояние вдохновения. И хочется ему научиться. И вот она, эта возможность слушать и наполняться, и постигать. Поражает, конечно, ритм необыкновенный. Он такой какой-то неповторимый. Этот ритм и легкий, и быстрый, и непрерывно льющийся, и удивительную атмосферу создает сочетание, неповторимое сочетание от ударных инструментов, ощущение света, счастья, праздника, праздника жизни, причем в каких-то очень высоких краях. Где-то вот, ну, где-то высоко. Такое ощущение, что словно бы уже мы взлетели со стаи, и там уже этот праздник счастья, полета ощущаем. Такое чувство, такие образы подарил этот аккомпанемент. И удивительный поток благодарности, нежности, любви. Такое сочетание радости и счастья. И как результат вдохновения. Но вот этот вот ритм трудовой и легкий такой, конечно, поражает. И я пытаюсь для себя открыть, что сначала, что потом. И думаю, что это какая-то вечная такая вот категория. Вдохновение рождает этот полет, эту скорость необыкновенную. То ли вот этот трудовые усилия в радости рождают ощущение полета. Но, честно, мне сейчас вообще не важно. А вот это сама счастливейшая возможность наполняться этим состоянием, постигать его душой и сердцем благодаря этому приложению, она для меня бесценна. Я очень благодарна за это.